Это «Вести утро», Карачаево-Черкесия, в студии Альбина Курачинова-Кенджева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами плюс 10-15, днем плюс 30-35 градусов. В горах местами до плюс 27. В южной части местами чрезвычайная пожароопасность. Местами на территории республики высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем плюс 32-34 градуса. Высокая пожароопасность. В этом году, несмотря на санкции, недостаток растительного масла, мяса и хлеба в России точно не будет, говорят в правительстве страны. По оценке Минсельхоза, только урожай зерновых в этом году составит 150 миллионов тонн. Около 100 миллионов из них – пшеница. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Фортуна» в Прикубанском районе наряду с пшеницей выращивают и другие сельхозкультуры и уже собирают урожай. Подробности у Али Баташева. Сорт «Алексеевич» дает хороший урожай, урожайность 60-70 центнеров. Качество хорошее, урожай чувствуется, говорит главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства «Фортуна» Руслан Узденов. В этом году хозяйством было засеяно 780 гектаров пшеницы, 300 гектаров рапса, 260 гектаров свеклы, 700 гектаров кукурузы. Посевная далась нелегко, считает глава хозяйства «Фортуна» Альберт Узденов. По маслу в сельском хозяйстве не бывает. Вот, были сложности, были трудности. Осенние посевы мы не могли заходить до ноября месяца. Залило нас так, что вот, сеялка не идет, каток не идет. Вот, вынуждены были сеять аж в декабре. Я последний сев закончил в январе. Возросли цены на семена и удобрения, причем по некоторым позициям в несколько раз. Фермер использует только элитные сорта семян. Главное, чтобы урожайность была высокая. 500 центнеров взял с гектара. Бывает, если посеют такие есть сорта, 800 центнеров дает, но сахара мало. А я беру сорта, 500 центнеров сдает, но сахар больше там. Автопарк состоит из европейской и отечественной техники. В этом году с посевной справились успешно и урожаем довольны. В этом году нам повезло, пшеница росла как на поливе. Вот. Хорошие результаты дают. Отдельные поля дают и 70 центнеров, где-то 50 центнеров, где-то 60 центнеров. Но урожаем довольны. План выполнен. Фермер широко пользуется льготами, предоставленными государством для поддержки сельхозпроизводителей. В частности, субсидии на некоторые виды семян, а также кредитные линии в Россельхозбанке, предоставляющие до 30 миллионов рублей в год под 5% годовых. Земледелие – зона особого риска. Паводки, град, засуха могут перечеркнуть все планы. Но ничего не поделаешь, мы уже состоялись и должны двигаться вперед, убежден Альберт Узденов. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев. Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире.